Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик спиннингов Nordstream. И сегодня хочу с некоторой долей гордости представить нашу новую серию. Это обновленный скальд. Что такое скальд? В первую очередь, как бы, скальд был создан 4 года назад под твичинг. То есть это типичная твичевая серия, она получила очень много поклонников. То есть это одна из самых популярных в топовой серии Asgard спиннингов от Nordstream. Но покоя мне не было, очень хотелось сделать еще лучше. Основные моменты, чем меня не устраивал старый скальд. Во-первых, он был немножко жестковат вот здесь вот в средней части. Скажем так, во второй половине вершины. Что это давало? Если как бы человек ловил тот, который умеет твичить, проблем у него не было. Но у новичков возникали некоторые сложности, потому что достаточно жестко все. И правильно протвичить воблер у них не всегда получалось. Поэтому в первую очередь, что мы сделали со скальдами, мы их сделали чуть-чуть помягче вот здесь. Для тех, кто твичить умеет, понимает и прочее, не поменяется ничего. Почти. Все поменяется только в лучшую сторону, сейчас расскажу. А вот для новичков управлять удилищем во время твичинга будет намного легче. Значит, что имеют те, кто умеет ловить твичингом? Какие бонусы? Это более дальний заброс. Ну, вот я сравнивал, 100% скальд новый по дальности выигрывает. А самое главное, даже не только по дальности, потому что если умеешь забрасывать, можно выпрыгнуть из трусов и очень далеко закинуть. Нет, в первую очередь он выиграет по легкости этого заброса. То есть надо кинуть далеко, делаем заброс чуть посильнее, и у нас все получается, летит. Не надо напрягаться. Второе, вываживание. В твичинге очень важно просечь рыбу и ее взять, потому что твичинг — это небольшие глубины, зачастую трава, коряги и прочие удовольствия. Так как мощность у нас заложена в комле, соответственно, вот эта вот часть стала лучше работать на вываживание. Ну, сходов с воблера, конечно, это так себе история. Вот. Но все равно они бывают, когда щука берет аккуратно, там, за последний тройник, еще как-то. И здесь мы количество сходов, которые у вас в любом случае будут, уменьшили по максимуму. Следующий момент. Целый день ты стоишь и дергаешь в разных вариантах воблера. Поэтому что важно для твичинговой палки? Баланс. Баланс у нового скальда сильно лучше, чем у старого. То есть спиннинг кажется легче. На самом деле он легче всего-то там на несколько грамм, а в руке ощущения абсолютно другие. То есть вот у меня сейчас в руке обновленный 732MH с тестом 1028. Вот могу сказать так, как бы, ну, кажется прям пушинка. А мощность в нем заложена очень много. Сейчас я покажу, как все это работает с разными воблерами. Вот, чтобы было понятно, что на самом деле ничего не потерялось, на мой взгляд, только приобрелось. Коротко по фурнитуре, по всем вопросам. Значит, кольца оставили Киган. Киган Калайт, потому что ставить сюда Сик или Фуджевский или что-то еще, я смысла не вижу абсолютно. Катушка-держатель Фуджи VSS, Ева, здесь все то же самое. Чем отличить старый скальд от нового? Вот здесь немножко по-другому все расписано на деколе и на между рукоятками. То есть визуально они отличаются, специально так сделали, чтобы не было потом вопросов, новый у меня скальд или старый. Вот это вот новый. Дальше, по материалам. Материалы здесь сильно больше торея, поэтому и торея, причем включают 1100, поэтому спиннинг стал несколько более пластичный. Очень важный момент, потому что вот эта вот пластичность, которая перетекает, когда нагрузка перетекает с вершины до комля, ну, это очень важно именно при вываживании, да и при забросе. Вот, во-первых. Во-вторых, модуль. Модуль оставили тот же самый, ничего не меняли, только в основном вот поменяли именно материалы с 800-го старые и аналогов Mitsubishi до 1100-го. Там разница всего лишь 3 единицы модульности. В общем, это можно опустить, скажем так. Спиннинг стал более надежен, но не такой, скажем так, жесткий, как был первый. Так, давайте, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас просто посмотрим всю линейку. 4 спиннинга под безинерционную катушку. И у меня с собой один есть под мультипликатор. Я расскажу, в чем отличие именно мультипликаторного спиннинга от старых серий. Поехали, берем самый легкий. Как я уже и говорил, в безинерционной и в мультипликаторных версиях скальдов
всего лишь 4 длины и 4 теста. Почему? Потому что у меня, как любителя твичинга, который занимается этим уже не один десяток лет, есть твердая убежденность, что чем легче тест у спиннинга, тем он гораздо эффективнее, короче. То есть, самый легкий вариант, тест 5.18, длина 682, поэтому давайте рассмотрим. Скальд 682М, тест 5.18. Длиннее я бы делать его не стал бы никогда, просто в этом нет никакого смысла. Легкие воблера гораздо удобнее, скажем так, анимировать более коротким удилищем. В отличие от более тяжелых, более упористых воблеров, которым нужна некоторая инерция спиннинга. Смотрим, как вот самый легкий скальд работает с самым легким воблером. У меня вот это вот трикорольчик 67. Ну, лопаточка, наверное, чуть больше нормы. Но давайте понимать, что все-таки это не спиннинг для самых легких воблеров. То есть это будет скорее исключение. Оптимальная работа у него начинается где-то примерно с 80-х, с 90-х, не упористых моделей, тот же Ридж 90-й, например. 70-й Ридж, он тоже нормально продернет, это я уже проверял, но все равно это будет примерно на грани, как и с трикоролом. Смотрим. Заброс. Ну, для такого веса заброс абсолютно нормальный. И пошли твичить. Плетенку я менять не стал, потому что нет никакого смысла здесь. Все это происходит в достаточно боевых локациях. Сейчас что-нибудь клюнет, жалко будет терять и воблер, и, соответственно, кусок или не кусок плетенки. Поэтому толстая плетня, 1.5. Смотрим, как спинник анимирует 67-й трикорол. В принципе, можно увидеть, что никуда ничего я выдергивать с воды не собираюсь. Более того, нормальная прогнозируемая проводка. Понятно, что хочется что-то полегче, но еще раз скажу, что если вдруг приспичило поставить вот такого вот неупористого малыша, пожалуйста, 5 грамм скальд 5.18 справляется. Посмотрим теперь вверх на модели 5.18. Я решил показать вам Smash Minnow 110F. Вот его вес как раз 18 грамм. Давайте посмотрим, как спиннинг отработает по верхам. Ну, о забросе говорить не приходится, летит. Самое главное, как он себя поведет при проводке. Специально буду дергать достаточно активно, чтобы показать, что спиннинг не валится. О чем это говорит? О том, что если у вас достаточно мягкий твичинг, то вы, в принципе, можете ставить даже на эту модель воблеры класса Max Quad, Rudru или Ranger. Мягко он продернет все три модели. А вот для более жестких у нас есть следующий вариант. Это скальд 702 MMH с тестом 7.23. Скальд 702 MMH с тестом 7.23 я бы, наверное, назвал наиболее универсальным спиннингом для ловли на воблеры до 115-120 размера. Собственно говоря, сейчас я покажу, как работает на низах. Традиционно я взял Тайни Магалона. Ну и давайте смотреть, как он его твичит. Заброс, причем против ветра. И начинаем проводку. В принципе, если 5.18 совсем неупористым воблерочком справляется, скажем так, на троечку, то есть можно, но идеала нет, то я бы сказал, что вот для Тайни Магалона эта модель спиннинга 702 подходит вполне себе. То есть вот прям четко, с пониманием, что происходит, сдвинулся, слабинка какая-то, еще что-то. Я уже не говорю там про возможные травки и поклевки. Все происходит великолепно. То есть спокойно твичу. Причем вот сейчас специально делаю коротенькие такие рывочки, которые очень любят Тайни Магалон. И рыба, которая на него клюет. Ну и, в принципе, все получается. Низ посмотрели. Теперь смотрим вверх. Я что взял? Взял я Рейнджа, обычного 130-го. У нас есть две модели воблеров, которые требуют достаточно активной анимации. Это Рейндж 130 и Рудру, соответственно. Вот сейчас я покажу, как это работает. Вес тут чуть меньше 23 грамм. То есть как раз там в районе 22-21, по-моему, если не ошибаюсь. Как раз давайте смотреть, как спиннинг с тестом 7.23
сможет активно, ну потому что эти воблеры требуют активной проводки, активно продернуть свой верх. Смотрим. Применяем достаточно активный твичинг, как в принципе заложено в Re-Range Rudder. Никаких проблем, никаких провалов. О чем это говорит? Это говорит о том, что можно совершенно спокойно твичить этой моделью и более убористые воблеры, но помягче. Например, Balisong. Про MaxQuad даже говорить не буду по одной простой причине, что MaxQuad твичится мягче, чем Re-Range и Rudder. Вот этот вот диапазон приманок, он будет оптимальным для этой модели. То есть примерно это 90-е средней упористости и включая 130-е, которые не сильно упористые. Повторю, это если вы используете достаточно активную ударную технику проводки. Если техника проводки у вас сильно мягче, если вы видите сидя, там еще что-то, какие-то варианты, да, не привыкли ударно проводить воблеры, тогда по большому счету на эту модель можно спокойно твичить и Balisong, и возможно даже поинтером. Все зависит от вашей техники. Но если вы используете ударный твич, то вот Re-Range, MaxQuad, Rudder — это основные модели. SKS-732MH с тестом 1028. Давайте смотреть низа. Повесил я сюда скватика 80-го. Вот, и покажу, как этот воблер работает вот с такими достаточно упористыми, все-таки это не риш какой-нибудь, 80-ками. Заброс. Ну, как бы вкладываться, конечно, чуть-чуть надо, не без этого. Палка довольно жесткая. Но уже не так, как на старом скальде, все легче. То есть воблер полетел достаточно далеко. Заглубляем. И что мы чувствуем? Совершенно спокойно. Я бы даже сказал, что если вот использовать такую ударную технику, которую я сейчас веду, то можно ставить воблеры с меньшей упористостью и меньшей массой. Можно провести. Для тех, кто ловит сидя, кто использует не ударную технику, а вот такую вот там рывковую, условно говоря, для тех вот это вот, наверное, самый разумный минимум. Просто на самом деле я с, скажем так, не то с удивлением, но я посмотрел, как бы, как очень многие ловят твичингом, и понял, что вот ударная техника распространена на самом деле не очень. В основном все как-то странно дергают, но даже иногда что-то на это ловят. Вот, четкая проводка. Ничего, никого, ниоткуда не врывает. Четкие, дозированные, легкие-легкие ударчики имеют место быть. Собственно говоря, теперь посмотрим на этот спиннинг 732MH по верхам. То есть тест у него до 28 грамм. Но я хочу показать, как он работает не с 28-граммовой приманкой, а с 24-х. Почему? Объясню. У меня теперь новый фаворит, которыми я испытываю спиннинги. Это Re-Range MR. Вот у меня в руках поинтер и в руках Re-Range MR. Можно четко посмотреть. Вот Re-Range MR, он имеет лопату гораздо больше. Поэтому если мы хотим понять, как воблер будет твичить приманкой до достаточно упористой, до 28 грамм, можем погонять поинтер, проблем не будет, но Re-Range задаст более сложные условия для этого спиннинга. Продернет, не продернет. Поэтому поставим его и посмотрим, как он справится. Забрасываем. Ну, а дальности заброса. Понятно, что речи не идет, как бы летит. Заглубляем. И пошли делать проводку. Специально даю активную ударную. Но мы никогда не знаем, какая проводка сегодня будет в фаворе у рыбы. Поэтому вот смотрите. То есть, на самом деле, это грань для этой модели спиннинга. Поинтер он продернет легко. Re-Range MR — это вот то, что можно, пожалуй, последнее из упористых воблеров вот так вот продернуть. С другой стороны, как бы МРК идет 3+, если правильно им работать. То есть Long Bill уже, наверное, нужна будет следующая модель помощнее. Сейчас я о ней расскажу. Показал верх-низ 732-го. Теперь как бы маленький совет. Вот подо что я бы его использовал лично. Это 100-130. Вот если вы ловите сотками, в принципе, с любой практической упористостью, и до 130-х воблеров, вот этот тест, на мой взгляд, оптимален. Причем 130-е включает довольно упористые модели, как вот Re-Range MR и Pointer. Если вы ловите неударным твичем,
то тогда, в принципе, можно даже ловить на 150 и 160, но уже только мягко. Давайте рассмотрим ту модель, которая может твичить 150 не мягко, а жестко, ударно и эффективно. Ну и последняя модель, Скальд 752H с тестом 12.35, безальтернативный выдирающий, корчевщик трофейной рыбы на твичинг и оптимальный вариант для работы на достаточно крупной упористой приманке. Но при всем при этом 12 грамм я вот взял репрайзер 90-й. Давайте посмотрим, как он будет работать в своих низах. То есть понятно, что никто в здравом уме, трезвой памяти с такой моделью ловить 90-ми не поедет. Но если вдруг, ну, не хочет он 130-е, 150-е, там, 120-е, и надо поставить что-то меньше. Давайте смотреть, как он сработает с этим репрайзером. Единственный момент, репрайзер достаточно упорист, но и это самые низа. То есть я считаю, что это вполне справедливо. Заброс. Понятное дело, что палку придется подгружать, но по сравнению с предыдущим скальдом, конечно же, заброс легче. Ну и смотрим работу. Ну вот с репрайзером 90-м скальд 12.35 справляется на ура. Да, там достаточно крупная лопатка, но все же. О чем это говорит? Что в принципе практически любые более или менее упористые сотки — это разумный низ у этой модели. Приехали на водоем, от 100 до 150, это все ваше. Ну, низа мы показали на 752H, теперь верха. Понятно, что критерий это в данном случае будет либо MaxQuad 160, либо мегабас каната. Ну, канаты я брать не стал, вот MaxQuad, немножко покусанный щуками. Давайте смотреть, как этот спиннинг справляется с тем, для чего он в принципе-то и предназначен. И давайте смотреть. MaxQuad в принципе активно не твичит, но я вам сейчас все равно покажу достаточно активную ударную технику для понимания, что может сам спиннинг. Вот это прям чувствуется, что это его разумный максимум. То есть активно протвичить MaxQuad 160, что в принципе, ну, мне ни разу не встречался такой вариант, когда рыба предпочитала бы такую активную проводку на 160 MaxQuad. Но вдруг где-нибудь, когда-нибудь, или будет какой-то другой воблер, неважно, активно протвичить его мы можем совершенно спокойно. Но запаса уже немного. То есть в любой другой ситуации более упористый воблер вы уже так легко ударной техникой не протвичите. Если техника не ударна, сейчас я опционально вам покажу, как 752H работает с болесонком лонгбиллом. Потому что модель популярная, многие на нее ловят, я в том числе, естественно. Тогда, когда надо достать рыбу с глубины там условно 6-7 метров. И поэтому как раз вот под такую рыбалку я бы тоже выбирал бы, естественно, 752 скальд с тестом 12.35. Хотя лонгбилл по весу проходит до более легкой модели, но по упористости он превосходит MaxQuad. Давайте смотреть. Так, взяли лонгбилл, вот он какой красивый, и смотрим, как можно в боевом варианте его протвичить вот этим спиннингом. Заброс. Самый интересный момент — заглубление. То есть мы загоняем лонгбилла на свою рабочую глубину, хотя бы начнем там метров с трех, и поехали аккуратненько, мягенько, вот так вот работать этим воблером. По большому счету ни разу не видел и не слышал, чтобы в другом варианте проводки лонгбилл приносил рыбу, только так. То есть вот как раз проводка лонгбилла делается достаточно нежненько. И это говорит о чем? О том, что если у вас будут воспользованы воблера, например, размера 200, там 180, но не с такой лопатой, как у лонгбилла, то достаточно мягким твичем этой моделью их можно спокойно твичить. Ну и, соответственно, не будет ни, скажем так, зависания вершины в момент удара, и
проводка получится вполне себе эффективная. Потому что основная беда не твичинговых спиннингов или перегруженных по тесту твичинговых спиннингов именно по вершине, это то, что проводка у нас увеличивается. Расстояние, которое проходит воблер за один рывок там, или удар, это во-первых. А во-вторых, она получается смазанным, потому что вершинке надо либо ее срочно дать вперед, чтобы она распрямилась, либо если мы ее остановили, она идет обратно, и свободной игры воблер просто не получается. Вот здесь, можно нормально твичить, совершенно спокойно, и проблем, в принципе, быть не должно. Ну, собственно говоря, и последний момент. Поднимается ветер, уже, наверное, может быть, плохо слышно даже. Я уже говорил, что в линейке 4 модели под безинерционку и 4 модели под мультипликатор. Значит, если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что длина рукояти разная. Но это обусловлено исключительно тем, что хват у мульта иной. Вот так я держу рукоять мультипликаторной ловли. То есть вы видите, где у меня заканчивается эта рукоять. Она мне не мешает проходить. И в безинерционном варианте, как обычно, вот держит катушку, она там же. Честно говоря, у новых скальдов рукоятку я немножко укоротил. Она была чуть-чуть длиннее, я считал, что так удобнее. Но, опять же, обратная связь от пользователей. Все очень хотели рукоятку короче. Ну, хотели, я ее сделал. То есть ничего не мешает нормально твичить. При условии, что у меня в руках самая мощная модель с самой длинной рукояткой. Это вот 752H. Собственно говоря, наверное, на этом все. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте. Примерно пару недель после выхода этого видео я буду отвечать на YouTube. Потом найдете меня ВКонтакте или на Росфишинге. Как бы я там есть, найти, я думаю, несложно. Вопросы задавать не стесняйтесь. Единственный момент, что могу сразу сказать. Когда я прошу перечислять модели воблеров, мне нужно понимать как бы оригинальное название. Подделки, которые стыдливо называют репликами, я как бы их не знаю, на них не ловлю. Поэтому даже если вы назовете мне там какое-то неизвестное мне название, не оригинального воблера, я вам просто не отвечу, я не знаю, как это называется в оригинале. Поэтому, если будете спрашивать, пожалуйста, смотрите, как бы, с кого была содрана эта подделка, чтобы я четко понимал, какую рекомендацию я могу дать. Собственно говоря, наверное, на этом все. Ни хвоста, ни чешуи, ну и увидимся на воде. Все, всего доброго.